Тренер Тутберидзе прокомментировал уход от нее фигуристки Медведевой. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о том, что ее подопечная приняла решение уйти к другому наставнику. Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Она отметила, что расставание с Медведевой является неизбежным, так как она выдвигает условия и не отвечает на сообщения. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину поддержать еще год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? У всех должны быть равные шансы», добавила Тутберидзе.